Давайте не забывать, вы взяли обязательства перед гражданами, как управляющая компания, они доверили вам обслуживание данного многоквартирного дома, о том, чтобы максимально принять необходимые меры, чтобы в случае выпадения обильных осадков не произошло залитие квартир. Это персональная ответственность управляющей компании, в том числе и у вас. Поэтому максимально примите необходимые меры. Вот сейчас видно, что застилается пленка, как бы необходимо это все оперативно сделать и держать данный вопрос на контроле. Хорошо. Мы, естественно, будем выполнять все, что прежде всего и просят нас собственники, так как это общее имущество, и мы понимаем, что наша ответственность здесь также предусмотрена.